Хәйерле көн, хөрмәтле тамашачылар, эфирда аҙна сығарылышы. Халыҡты бөгөнгә борсоған һорауҙарҙың береһе ҡасан юлдар ремонтлана башланыуы, ҡышҡы осорҙа юлдар нисек хеҙмәтләндереләсәге. Ошо һәм башҡа һорауҙар менән ҡала халҡы республиканың дәүләт комитеты вәкиленә мөрәжәғәт итә алды. Ошо көндәрҙә хакимиәттә юл һәм транспорт хужалығы дәүләт комитеты рәйесе Ильяс Мөнирев граждандарҙы шәхси һорауҙар буйынса ҡабул итте. Осрашыуҙың төп маҡсаты власть органдарының эше буйынса халыҡтың ҡәнәғәт булыу-булмауын белеү, хәл итәһе мәсьәләләрҙе асыҡлау. По городу в этом году дополнительно вот сейчас еще деньги выделены. Отдельно будут улицы, будут делаться уже не как ямочным ремонтом, вот как весной сделали, а будут делаться сплошную. Вот эту работу сейчас организуют. Вы совершенно правильно сказали о том, что зима очень тяжелая для города Мордова. Очень тяжелая, да. Поэтому я сейчас, вот, мы проведем совещание, сколько необходимо будет техники разберем. И что нужно для того, чтобы, по крайней мере, в зимнее время коммунальные службы могли нормативно содержать дороги, как должно быть. Юлдарды ремонтлау һораулары тикшерелә, реконструкцияға үтә лә мохтаж урамдар билдәләнә. Август-сентябрь айларында Күмертау ҡалаһында 10 километр тирәһе юлдарды ремонтлау күҙаллана. Кәңәшмәлә шулай уҡ ҡала мөлкәте комплекстарын төҙөү һораулары ҡарала. В соответствии с 220-м федеральным законом маршрутной карты город выдал, то есть транспортное обеспечение в надлежащем состоянии. Сегодня мы обсудили вопросы по автовокзалу, там есть еще моменты, над которыми надо работать, поэтому с администрацией города совместно будем эти вопросы уже решать, потому что, чтобы у нас потом не получилось так, что с автовокзала не будет движения по межмуниципальным маршрутам. Кәңәшмәнән һуң Ильяс Мөнирев юл хезмәттәре эше буенча итәкселәрҙең докладтарын тыңланы. Шулай ук был миҙгелдә тотошлай ремонтланасаҡ юл участкалары билдәләнде. Был ҡаланың үҙәк юл саттары, Пушкин һәм Байсарҙың 60 йыллыҡ урамдары буенса юл үткәргестәре, өлөшләп шоссе һәм вокзал урамдары. Конечно же, город чистый, и коммунальные службы работают, дорожные службы тоже работают. Но единственное, вот надо сейчас уже поработать по сплошному ремонту. Фатир, машина яки акса бүгүндән кәрәк икән, әлбиттә, кредит оешмалар буларды бик етеп бирә. Тик бына был тормыш ҡыуаныстары һәм уңайлыҡтары өсөн түләү бер йылға ғына һуҙылмай. Был осорҙа кешенең финанс хәле лә төрлөсә үҙгәреүе ихтимал. Кредит өсөн түләмәгән осраҡта иһә фатирҙы ла, машинаны ла юғалтыуы мөмкин. Ошондай хәлдәр тураһында беҙҙең киләһе сюжетта. Еш осраҡта бурыстары булғандар тәҙрәләренән суд приставтары хеҙмәтенең машинаһын күреү менән уттарын һүндерә ала. Ишектәрен асырға ашыҡмай. Өйҙә бер кем дә юҡ, хужаның ҡайҙа булыуы билдәһеҙ йәки башҡалар. Һәр кемдең үҙ алдау юлдары. Быға ҡарамаҫтан приставтар үҙҙәренең маҡсатына ирешә. Шулай, мәҫәлән, Совет урамы буйынса йорттан машина конфискациялана. Суд приставтары һүҙе буйынса граждан банкка 500 мең тирәһе аҡса тейеш. Бынан тыш уның машинаһы банкка һалынған. В рамках исполнительного производства в пользу кредитной организации арестован данный автомобиль. Сейчас у нас происходят исполнительские действия. Данная машина изъята и передана ответственному хранителю банку. В последующем будут проходить торги, мы ее передадим. Если на торгах данная машина не продастся, то, соответственно, машина будет передана в счет долга взыскателю, в счет погашения задолженности. Қалала был бірден-бір ұсырақ түгел. Одна ғайын ұшындай арестар башқарыла. Раз в неделю мы всегда арестовываем, изымаем, передаем. В практику это входит. Вот по данному случаю мы сейчас приедем в отдел, составим спецдонос в полицию, сообщим то, что без должника изъята машина, в рамках какого производства, почему спецдонос будет сделан. И уже в ГИБДД и в полиции будут знать, что мы приехали и забрали. Оксана Бурысқа алуы еңел, яки кері қайтару үтәлі ауыр. Бигерек таулар процент астында болға. Суд приставтары кредит ойышмаларда оқса алу алдынан, бұл адымды едді ойларға кәңәш етәләр. Яй білім бере учрежденияларында ремонт башқару мезгілі. Ағымдағы ел мәктеп һәм балалар бақсаларында ниндәй эштәр башқарылуы тұрғанда артабан. Қалала муниципаль сараларға қайықтарды 6-сы һәм 10-сы мәктәптәрҙә ремонтлау башланған. Бында юҡ эш 7-сы һәм 24-сы балалар баҡсаһында күҙаллана. Был йыл Торнаҡай балалар баҡсаһында тулыһынса кәртәләр алыштырыласаҡ. Өлөшләп бында эш 3-сы мәктәптә ҡаралған. 18-сы балалар баҡсаһында канализация ремонтланасаҡ. Бынан тыш ҡала хакимиәте тарафынан спорт ҡоролмаларын алыу өсөн һәм белем биреү учреждениеларында тәҙрәләрҙе алыштырыу өсөн саралар бүленә.
прежде всего, это детские сады. 9-й сад, вот сейчас уже закончились там работы, это 17-й сад, 25-й сад, это 24-й сад, где старые оконные блоки заменены на новые. Кроме того, это школы, это 10-я школа, где заменили часть оконных блоков, и 9-я школа. Вот основная часть оконных блоков меняется в 9-й школе. 9-й мәктәптә тәҙрәләрҙең 60% август урталарына теклим алыштырыу ҡаралған. Бөгөнгә иҫке тәҙрәләр һүтелә, һәм алыштырылғандарында икенсе ҡатта тәҙрә уйымдары штукатурлана. Тәҙрәләр алыштырылғанда иҫкеләрҙең урындары таҙартыла һәм етди әҙерләнә. Былар барыһы ла яңы тәҙрә ҡуйылғас, улар оҙаҡҡа хеҙмәт итһен өсөн башҡарыла. Икенсе ҡатта ремонт тамамланған тиерлек, тик барыһы йыйыштырыу эштәре ҡалған. В общей сложности подлежит замене на данный, скажем так, момент 94 оконных проема. Работа осуществляется, скажем так, интенсивно. Бригады работают как монтажники, так и демонтажники параллельно. То есть качеством работы в данный момент пока удовлетворены. Урындағы бюджеттан финансылаудан тыш, республиканан планлы рәвештә мәктәптәрҙә һәм балалар баҡсаларында яңыртыуҙар һәм реконструкциялар үткәреү өсөн 4 900 000 һум аҡса бүленә. Бөгөнгә бар балалар баҡсалары ла яңы уҡыу йылына әҙер тип әйтеп була. Бар күҙалланған эштәр тамамланып килә. Дәүләт Думаһына депутаттарды һайлау 12 сентябрьгә тәғәйенләнгән. Ошо көндә урындағы советҡа депутаттар һайланасаҡ. 3 августа кандидаттарҙы теркәү процедураһы тамамлана. Уның һөҙөмтәләре тураһында беҙҙең хәбәрселәргә территориаль һайлау комиссияның рәйесе Михаил Подковка һөйләне. Здравствуйте. На сегодняшний день у нас выдвинулось 11 кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания. Из них 9 человек уже зарегистрировано. Я назову эти фамилии. Это Сидоров Виталий Алексеевич, Ахметьянова. Сидоров Виталий Алексеевич у нас выдвинут в порядке самовыдвижения. Я перечисляю тех, кто у нас выдвинут в кандидаты в депутаты. Ахметьянова Айгуля Аратовна выдвинута политической партией ЛДПР. Зубаков Сергей Геннадьевич выдвинут в порядке самовыдвижения. Сарбаев Раиль Салихович выдвинут политической партией «Справедливая Россия». Сапожникова Ольга Геннадьевна выдвинута политической партией «Патриоты России». Байгускаров Зариф Закирович выдвинут политической партией «Единая Россия». Кутлугужин Юнир Галимьянович выдвинут политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации». Махов Борис Анатольевич выдвинут политической партией «Зеленые». Рамазанова Нина Васильевна выдвинута политической партией «Коммунистическая партия Коммунисты России». Гумеров Радис Рафитович выдвинут политической партией «Родина». И Машко Павел Николаевич выдвинут политической партией «Партия Роста». Вот 11 кандидатов у нас выдвинулись, и из 11 9 пока зарегистрированы. Что можете сказать о регистрации кандидатов в депутаты местного совета? В местный совет у нас на сегодняшний день в местный совет по количеству кандидатов в депутаты, выдвинутых и зарегистрированных, у нас следующая информация. В совет городского округа по единому округу, то есть по спискам избирательных объединений, было выдвинуто 6 политических партий на территории города Кумертау. Вы знаете, что 21 июля у нас завершился период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты в совет городского округа. И у нас получились следующие результаты. Из 6 политических партий по единому городскому округу у нас зарегистрировано 4 политических партии, такие как ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и «Патриоты России». К сожалению, не прошли регистрацию у нас 2 партии. Это «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Не прошли регистрацию по разным условиям. К примеру, «Патриоты», к примеру, «Партия Роста» у нас по подписным листам не набрали определенное количество достоверных подписей. А «Справедливая Россия» у нас не своевременно открыли избирательный счет и не предоставили к определенному сроку, не предоставили уведомление об открытии счета и первый финансовый отчет.
Вот, что касается одномандатных избирательных округов, я напоминаю, что у нас и в городе 10 будет одномандатных избирательных округов по выборам в Совет городского округа. И выдвинут был 41 кандидат по одномандатным избирательным округам, среди которых 3 самовыдвиженца. На сегодняшний день регистрацию прошли 41 кандидат, 6 человек у нас не прошли регистрацию по различным причинам. К примеру, один кандидат отозвал собственным заявлением, и другие 5 кандидатов не прошли по различным причинам. Вот. Что касается местный совет, еще раз уточняю, у нас зарегистрировано 4 политических партии и 41 кандидат по одномандатным избирательным округам. Всего в местный совет у нас выдвинулось 72 кандидата в депутаты. С сегодняшнего дня начинается выдача открепительных удостоверений. Куда гражданам обращаться за получением этого документа? По открепительным удостоверениям у нас для городского населения следующая информация. С 3 августа по 6 сентября открепительное удостоверение можно будет получить в территориальной избирательной комиссии города Кумертау по адресу улица Ленина, 18, здание администрации, 3 этаж, кабинет 313. Время работы комиссии с 9 до 18.00. Обеденный перерыв с 13 до 14.00. Открепительное удостоверение с 7 сентября можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Каков следующий этап предвыборной кампании? 4 августа в 15.00. На 3 этаже администрации города Кумертау в конференц-зале мы проводим жеребьевку по распределению мест расположения политических объединений, политических партий и объединений в избирательном бюллетене по выборам в Совет городского округа. Напоминаю, что 4 августа мы приглашаем уполномоченных представителей политических партий для участия в этой жеребьевке по распределению мест в избирательном бюллетене. Спасибо. Напомню, что на связи с нашей студией был председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковко. Он рассказал о ходе избирательной кампании. Хурматлы тамашачылар, бул бездин адакы мәгълүмәт булды. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт. Киләһе сорашканга тиклем һау булыгыз.